Добрый день, дорогие друзья! Всем большой привет из Святой Земли! Сегодня мы приглашаем вас на экскурсию в удивительное, интереснейшее историческое и туристическое место. Это место не очень популярно среди туристов. Скорее всего, иностранные туристы немного знают о нем и еще меньше здесь бывали. Но, тем не менее, это место с 2014 года было внесено в мировой культурный список наследия ЮНЕСКО. Да, и под номером числится 1001, как в сказке «Тысяча и одна ночь Шахерезады». Итак, Итак, мы в национальном парке Бейт-Гуврин. И не будем много говорить, а лучше начинаем экскурсию. Добрый час! Сейчас в Израиле период, когда вся природа ликует, вся природа благоухает. И все израильтяне ликуют вместе с этой природой. Посмотрите, какая жирная зелень. Сейчас невероятное количество цветов. И зацвел миндаль. В феврале-марте цветет миндаль. Целые облака дикого миндаля повсюду. Посмотрите, и розовый, и белый. Несколько видов миндаля, деревьев и кустарников есть в Израиле. И сейчас период его цветения. Национальный парк Бейт-Гуврин занимает огромную площадь, и передвигаться здесь лучше на автотранспорте. Мы движемся в сторону самой древней части парка, в сторону Тель-Мураша. Мураша – так называется древний еврейский город, который упоминается в книге Иисуса Навина. Город существовал уже с 9 века до нашей эры. Сейчас на склоне как раз вы видите его руины. Дорогие друзья, мы поднялись на вершину Теля. Что такое Тель? Это как бы городище, курган древнего города Мураша, то есть Тель-Мураша. И что мы здесь видим? Посмотрите, какие шикарные поляны анемонов. Они окружают меня, я вот весь в таком поле цветов. Это, конечно, редкие недели, когда они в конце февраля, начало марта цветут здесь, потом уже беспощадное солнце приходит, выжигает все. Но сейчас мы наслаждаемся вот такими красными полянами по всему Израилю, по всей Святой Земле. И вот здесь на вершине очень хорошо видно, посмотрите, какие великолепные горы вокруг меня, библейского предгорья. Эмоции переполняют, просто красота. Сам город стоял на высоте 400 метров над уровнем Мирового океана и являлся пересечением торговых морских путей, торговых и морских. Окружающая природа приводит в восторг, а мы идем дальше, в сторону нижнего города Мариша, более позднего периода. VI и до разрушения города в I веке до нашей эры здесь проживали языческие народы – идумеи, финикийцы, сидоняне и другие. Смотрите, какой красивый вход в погребальную пещеру. Вход украсило фисташковое дерево. Это Сидонская погребальная пещера. Сейчас мы зайдем и ее рассмотрим. Thank you.
Посмотрите, вход в эту пещеру охраняет трёхглавый пёс. Это Цербер, который охраняет вход в царство Аида. А с этой стороны мы видим петуха. А петух охраняет от демонов. Почему эту пещеру назвали Сидонской, а не какой-либо другой? Дело в том, что здесь была найдена надпись, которая гласила, что это семейный склеп захоронения некого сидонянина Аполлонеса, который был лидер Сидонской общины. И похоронен он здесь в возрасте 74 лет, скорее всего, вот в самой главной вот этой нише. Видите, да, вокруг погребальные ниши. Обратите внимание на вот эти вот рисунки. Дело в том, что это уже историческая реконструкция, можно так сказать, полностью утерянных рисунков. Но в 1902 году два исследователя прибыли сюда в сопровождении бедуина, который жалился над ними и спустил их вот сюда. И они увидели эту пещеру, вернулись потом сюда. Да, увидели эти рисунки, вернулись потом сюда с фотографом. 1902 год был фотограф. Фотограф в течение долгого времени снимал. Снимал с помощью магниевой вспышки. Почему долго? Да потому что приходилось каждый раз ожидать, когда осядет магний. Вот. И они засняли. А в 1905 году была выпущена работа по этой пещере с полностью, с замерами, с фотографиями. К 1992 году, тогда, когда художник получил, реставратор получил заказ от управления парков, то ни одного рисунка здесь уже, к сожалению, не уцелело. Просто бедуины постарались и практически все затерли. И вот он полностью восстановил в 1993 году все вот эти рисунки так, как они были изображены на фотографиях 1902 года. В 1997 году пришлось вновь реконструировать, потому что вандалы повредили эти рисунки. Научную реконструкцию фресок осуществил израильский художник Хаим Капчиц. Животные на рисунках и реальные, и мифические. Яркая красная птица – это птица Феникс, которая возрождается из ритуального огня и является символом жизни после смерти. Трехглавый Цербер – охранник царства мертвых. Петух – защитник от демонов. Это надпись Аполлофонеса. И есть здесь еще одна надпись «Несчастной любви молодой женщины». Есть в древнем городе немало погребальных пещер. Мы показали вам самую примечательную. С древнейших времен люди обратили внимание, что меловые породы этих холмов легко поддаются рытью и обработке. И начали добывать камень и строить. Это меловые породы, вот они, белые-белые. Они строили дома, а каменоломни превращались в подземные помещения. В каждом доме был вход в подземелье. Сеть подземных ходов и помещений просто поразительна своим размахом. Здесь и водохранилища, и голубятни, и помещения, где производили масло. Все в подземном городе. Город называют еще и городом тысячи пещер. Сейчас мы идем в одну из таких пещер. Мариша, древний город, его еще называют город тысячи пещер. И как вы думаете, для чего вот эта огромная пещера с такими маленькими ячейками, вот видно позади меня, была предназначена? Как вы думаете? Представьте себе, что вот это огромное крестообразной формы помещение было предназначено для выращивания голубей.
учитывая количество вот этих ячеек для голубей, то есть их гнезда, а таких здесь насчитали 2000, это было самое настоящее производство. То есть вот так в древнем античном мире выглядело производство голубей. Голубятня, по сути дела, это древняя голубятня. Эта пещера использовалась как голубятня в эллинистический период. И голуби — это очень интересные птицы, которых можно было использовать как почтовые для передачи сообщений. Также их употребляли в пищу. Подобных пещер здесь несколько десятков, если точнее, чуть более 80. Из этого понятно, что для древних жителей города разведение голубей было немаловажно. Это и источник вкусного мяса, и яйца, и помет как удобрение. И еще это и ритуальное мясо, и крылатая почта. Это бывший колодец, в котором позже прорубили ячейки для голубей. Это одна из колокольных пещер, которых здесь очень много. Почему колокольная? Потому что она по форме напоминает колокол. Сперва пробивалось узкое отверстие в твердой породе камня. А дойдя до мягких пород, отверстие расширялось все больше и больше. Так и получались подобные пещеры. Эта пещера получила название Польской. Почему Польской? Потому что во время Второй мировой войны здесь останавливались польские солдаты. Они просто забрели сюда и оставили вот такие своеобразные автографы. Посмотрите. Вокруг меня. И было это в 1943 году. Среди польских солдат был будущий премьер-министр Израиля Менахем Бегин. Как видите, эта пещера тоже является колумбарием. Вот много-много ячеек видим вокруг. А вот здесь в серединке специальная есть яма, куда собирался птичий помет для удобрений. Слышите, голуби до сих пор живут здесь, со времен польских солдат. А может быть, еще с восстания Бар-Кохбы. А может быть, еще древний период. В городе процветало производство оливкового масла. Как и сегодня, так и в древности, производство оливкового масла занимало очень важное место. В парке 22 маслодавильни. И сейчас рассмотрим подробно приспособления для этой отрасли сельского хозяйства. Спускаемся, опять спускаемся в подземный заводик. Он расположен внутри скальной породы, в которой есть небольшое производство, древнее производство оливкового масла. Что у нас здесь? Это дробилка. Сюда привязывался ослик, а сюда насыпали оливки. И вот этот камень, ослик возил камень в течение получаса, и камень дробил оливы. Это комната для следующего процесса по выработке масла. Уже раздавленные плоды складывали в такие корзины. Корзины один на другой ставили и укладывали под пресс. Самое первое масло, самое лучшее, конечно же, первого отжима шло в пищу, еще на какие-то серьезные нужды. Потом тяжесть увеличивали с помощью вот этих вот утяжелителей и
чем больше тяжесть, тем хуже масло. Вот такая интересная комната. Комната для выработки, для производства масла. А вот и руины наземного города. Это довольно-таки большая вилла. Но все-таки ее подземная часть гораздо интереснее. Система сбора дождевой воды в цистерны поражает своей величиной и сложностью. У каждого дома была своя цистерна. Все эти отдельные цистерны объединялись в сложные системы. Меловая порода не пропускает воду, подземных вод здесь не было. Поэтому на поверхности существовала сложная и разветвленная система сбора дождевых вод. Под виллы и цистерны, и колумбарии, и маслодавильня. Целое подземное царство. Но не пора ли на поверхность? Что может быть лучше царства весны? Сюда мы тоже подъехали на машине. Здесь уже руины более поздней истории, периода римского правления и правления крестоносцев. Дорогие друзья, и я, и этот замечательный римский воин приглашаем вас в римский амфитеатр. И вот я уже на арене римского амфитеатра. Арена – это песок, чтобы впитывалась кровь во время жесточайших боев между гладиаторами. А еще в арене замечательная акустика. Зрители все слышали и все видели. Как известно, девиз Римской империи был «хлеба и зрелищ». Так вот, в амфитеатре – это место для зрелищ. Мы видим, что в середине амфитеатра есть некие закрытые пространства. Вот я встал на них. Иду даже. Внутри явно пустота. Очень хорошая акустика, кстати, здесь. Что это такое? Что тут скрыто от глаз? Оказывается, эти пустоты внизу под нами есть специальные подземные входы и помещения, которые использовались для разъяренных животных и специально держали голодными. Были гладиаторы, вооруженные воины, которые между собой бились. А были и бестиарии, это когда воины бились с животными. И вот для этого специально отводились помещения, в которых держали этих несчастных животных, разъяренных, голодных. Это могли быть львы, тигры и прочие хищники, которые вот нападали. Медведи могли быть. Нападали на этих бесстрашных, несчастных, конечно, воинов. И вот для этого были построены эти пустоты для этих разъяренных и голодных животных. Здесь находится некая ложа. Спасибо управлению парков и природы, они устроили нам вот такую вот конструкцию интересную. Явно, как в современном мире говорят, вип-ложа для вельмож, знати, представителей римской власти, местной, локальной. Вот коридоры амфитеатра римского. Такая удивительная здесь атмосфера, можно скрыться от солнца. И здесь содержали гладиаторов, были специальные проходы к помещениям. А вот это место для молитвы гладиаторов. Они перед боем могли в таком небольшом пространстве совершать молитву.
Посмотрите на эти колонны. Их здесь 12 штук. И после римского периода наступает византийский. То есть Римская империя становится христианской. И амфитеатр выходит из своего обычного употребления для гладиаторов и бестиариев и становится вот здесь использование рынка, городской, местный рынок, захватывает всю вот эту галерею, и здесь просто продают различные хозяйственные товары, продукты и так далее. На вот этих колоннах держалась крыша. Храм. Христианский храм, который был построен здесь в период крестоносцев. Крестоносцы не обошли стороной и это место. Здесь была построена большая крепость. Крестоносская крепость – одна из 5 крепостей, которые были построены в результате оборонного проекта. От кого оборонялись крестоносцы? От арабов, конечно же. Это был довольно-таки большой храм, 800 квадратных метров. Посмотрите, какие большие объемы. Вот одна из 3 апсид. Вообще, это был 3-нефная базилика, да? Одна, вторая, третья апсида. Соответственно, направление на восток, а там у нас Средиземное море. Повсюду. Колонны, колоннады, остатки опор колонн и остатки мраморного пола. А впоследствии, после крестоносцев пришли мамлюки. Так вот, мамлюки использовали этот храм в своих целях и устроили здесь мечеть. Вот сейчас мы находимся в очень интересном месте. Посмотрите, вот там апсида, одна из 3 апсид, 3-нефная была базилика, то есть направление на восток, апсида храма. А здесь еще некое интересное сооружение. И это михраб, направление на юг, куда? В сторону Мекки. Это говорит нам о том, что впоследствии церковь была приспособлена. Часть, возможно, церкви была приспособлена под мечеть. И вот здесь установлен компас, который нам показывает направление частей света. И напоследок мы вам покажем нечто поразительное. Это самое настоящее чудо, и оно действительно вас удивит. Мы идем в колокольные пещеры. Так они называются из-за их формы. Таких пещер здесь порядка 80. Смотрите, какие гигантские залы. А ведь это бывшие каменоломни. Камнем отсюда снабжали всю округу в ранний мусульманский период. Как происходила добыча камня? Поначалу в твердой породе вырубали отверстия. Примерно в метр в диаметре на глубину 2 метров. А потом появлялся меловой слой, более мягкий и податливой обработки. И каменотесы все шире и глубже проникали в каменную толщу. Камни выносили, а подземные полости оставались и, конечно же, тоже использовались и как склады, и как водохранилища.
Дорогие друзья, вот и подошел к концу наш сегодняшний прекрасный, замечательный день. Мы надеемся, что вам также понравилось в этом национальном парке Баит-Гуврин, как и нам. Желаем всем доброго здоровья, крепости, здравия, многолетия и огромный привет из земли Израиля и святой земли. До следующих встреч. До свидания. До свидания.